Стоят, не сигнализация, ничего, попробовали, сколько раз колесо ударили, нифига никто не подошел, а лента все нормально стоит, через козырек просто вылетел и все, больше ничего такого, пришел почистить, надо почистить, машины так ставят, а здесь вообще нельзя машины так ставят. То есть рабочие подходили, стучали, да, чтобы? Да, 10 раз, хоть попробуйте, если любого подходите, попробуйте, мы 10 раз попробовали, никто не подошел. Ну а после того, как обрушилось, хозяин-то нашелся? Да, хозяин подошел, менты позвал, человеку просто ни за что. Пострадал, просто, да? Да, нафига. Они машины где попало ставят, еще говорят, почистите, а надо это. На человека попал, хрен машина, а если на человека попал, да. Просто там тоже нельзя. Кто как хочет, где хочет, ставит машины.